подошвы шип. Так, хорошо. Прекрасненько. Суки резкие какие, а? Кто там еще? Бляха, да неужели вроде разобрался? Так, где магазин? Вот что мне интересно. Что-то хер поймешь, а где магазин? Ладно. Что с тобой творится, Айзек? Ты пытался наложить на себя руки? Что тебя так гнетет? Правильно, игнорируй боль. Похорони ее глубоко внутри, и пусть я сгнию, пусть их клею. Тише, тише, тише. Че это нахер было-то? И так, блин, страшно еще пугают всякой херней тут. Так, куда? Ага, в лифт. Диана, ты все еще там? Я добрался до верхнего уровня церкви. Ты почти у цели. Я буду ждать тебя у челнока. Давай, давай, Айзек. Так, что там у нас тут? Зарядим эту штуковину. Твою мать, ни хрена себе. Эй, тихо, ты куда? Блять. Блин, нахрена я это поехал вниз, теперь случайно нажал. Блять, придется теперь еще и вверх ехать. Ай, едем наверх. Ну, долго еще? Так, а с магазином-то что у нас? Блять, нету магазина. Ладно. Ладно.
рюкзак полный. Тут всякой этой. Блять. Ай, твою что налево. Дротики. Рюкзак полон. Чё выкинуть? Вообще капец, конечно, что выкинуть-то. А чё такое труборез? Дротикомет, винтовка, лазерный. Так, лазер. Так, а у меня... Трубореза-то и нету, да? Ну, давайте выкинем вот это вот. Ну, сохранимся. Рюкзак полон. Диана, выходит, ты одна из юнитологов. Я должен был догадаться, зря я тебе поверил. Не скажу, что у тебя был выбор, Айзек. Стоило пообещать тебе лекарство, как ты ринулся за ним. Зачем я вам там всем сдался? Почему вы не оставляете меня в покое? Ты очень опасный секрет, Айзек. Комитет охотится за тобой, так как боится, что ты можешь уничтожить обелиск. Ведь это ты его создал, если на то пошло. О чем ты вообще говоришь? Ну же, мы притащили тебя сюда именно за этим, чтобы построить для нас еще обелиск, чтобы начать великое воссоединение во всей галактике. Вы форменные придурки, отдайте мне чертово лекарство, и я свалю отсюда. О, мы не собираемся лечить тебя, Айзек. Твоя бесценная головушка нам нужна именно в том виде, в котором она находится сейчас. А теперь, будьте любезны проводить Айзека к челноку и поместить его в стазис. Последнее, что нам сейчас надо, это... Его гибель. Рассерок завибрировал под геймпад. Тихо. Стой, кислород-то расходуется. А я что не делать могу? Нет, не могу. Могу, а нажимать теперь жму. Теперь. Ой, нихера себе как шмякнулся. Ой, твою мать! Тише. Хорош, что-то я ему отстрелил. Так, и дальше полетел. Ну, мою чуть пика. Опа-на! В смысле? Опять такое. Я надеюсь, это задумано. В
Твою мать, полетали. Глава 6. Айзек, Айзек, ты там? Ты слышишь меня? Что тебе еще, Стросс? Послушай, все кончено. Все мои планы уничтожены. Нет, все еще не кончено. Пока еще не кончено. Айзек, Айзек, мы строили эту штуку. Мы можем ее уничтожить. Ты об обелиске? Стросс, ты знаешь, где находится обелиск? Правильный сектор. Правительственный сектор. Он в правительственном секторе. Но мы должны идти туда сейчас же. Стросс, Стросс, куда ты? Тебя понесло, черт. Конечно, ништяк, но давайте сначала тут смотримся. Так, задание туда, точка туда, верстак туда, магазин туда. Мне бы к магазину. Мне бы, ребята, к магазину. Так. Пойдем по направлению к магазину. Угу. Задача туда и магазин туда. Так, ну сейчас мы тут сохранимся. Смотрим сначала все, сохранимся. Схема. Опять что-то, блядь, выкидывать надо. Давайте вот этот вот. А! Так, а мы используем его. Бросим тогда. Так полон. Так, ну давайте пробираться к магазину, потому что, блин, не тема. Тихо. А мы тут же были, да? Угу, магазин где-то, где задание. Так, здесь что у нас? Что такое? Идите в жопу.